Но именно такой формат под открытым небом впервые проводится именно здесь, на территории Кишинева. И программа фестиваля подразумевает два дня, 14 и 15 мая. В течение всего первого дня фестиваля, 14 мая, будет мероприятие на территории органного зала Кишинева. И мероприятие называется «Опыт Heartfulness». Расскажу немножко о программе. Этапы программы подразумевают презентация дискуссии с участием различных экспертов. Это Румыния, Канада, Молдова, которые будут объяснять медитацию с точки зрения психологии, медицины и философии. Далее также будут экспериментальные сессии медитации, когда все могут попробовать, что такое медитация, то, о чем мы сейчас говорим, и ознакомление с теоретической и практической базой медитации. Также к вечеру состоится концерт в исполнении Национального камерного оркестра. Это программа первого дня, 14 мая, на территории органного зала. Да, вход свободный на мероприятие. Ну, в принципе, у нас и на 14 и 15 мая вход на оба мероприятия свободный. Значит, следующий день – это более такой открытый день. Это в парке Дендрари состоится программа под открытым небом непосредственно. Значит, в первую очередь мы представим лекции о здоровье, психологическом подходе и экологии, которые проведут эксперты из Румынии, Молдавии, Канады и Индии. Далее воркшопы по йоге для взрослых и деток, воркшопы по медитации, heartfulness на румынском, русском, английском языках. То есть это наша основная тема. Далее экспозиции молдавских украинских фотографов, мастер-классы по здоровой еде. Отдельная программа для деток, это игровая площадка и возможность попробовать деткам техники релаксации. Далее у нас будет концерт в исполнении.